28 июля 2016 года, поселок Потеряевка. Вот сейчас время еще до обеда только. Ждем приезд Романа Малыш. Роман Малыш, фамилия у него Малыш. Вот он здесь, вот Игнатий Ильич, мы тут с братьями подготовили место для его заезда, чтобы он мог временно здесь остановиться. Вот, и набросали репей тут для коз. Но много набросали. И тот, кто хотел для коз набрать, они отказались. Потому что козы привередливые, им надо все свежее. И вот приходится заново все это загружать на телегу. Все это воняет. Даже они горячие внутри, нагрелись. Парниковый эффект получился. Так, Максим, не стой, не стой. Потом руки помойте. Накладывай. С таким видом, конечно, брезгливо они складывают. Вам-то это в лицо не брызгает. А те вот мы туда возим, они там тоже складывают. Уже на саму кучу. Ветки не должны быть нигде торчать. Я смотрю, у вас уже ветки начали торчать. Дальше старайтесь как-то закидывать. Ну давайте сменим. Это самое, поменяемся. Любимый Максим. Скажем, что это отличная работа, мы совсем не устали. Вот уже начали поперек, кто-то опять кладет поперек и все. Я говорю, камлями вот это все вперед кладите. Сама тяжесть должна быть вперед идти. И вдоль телеги. Максим, Максим, ну-ка поправь давай. Чего бросаешь-то? Чего не знаю-то? Я тут... знаю. Знаю, а что тогда бросаешь? Знаю. Надо выполнять, значит? Знаю. Ну вот так вот. А наши братья трудятся на южном пруду с Божьей помощью. Вот так вот. Слава Христу.